Подведены итоги 9-й спартакиады Ленинского района. Представители администрации, спортсмены, тренеры и наставники собрались в Доме культуры города Видное для торжественного награждения победителей. Торжественное закрытие 9-й спартакиады стало яркой кульминацией спортивной жизни нашего края в этом году. 18 видов спорта активно развиваются на территории Ленинского района. Плавание, легкая атлетика, футбол, хоккей и многие другие. Муниципальные центры по работе с молодежью есть в каждом поселении, благодаря чему в нашем районе уже более 20 тысяч человек занимаются спортом. И вот настало время подвести итоги и наградить лучших из лучших. Спартакиада – это не просто соревнование, это большой праздник для спортсменов и для болельщиков. Должен сказать, что развитию спорта в нашем районе уделяется традиционно большое внимание, и в том числе для его непрерывного развития. Безусловно, проведение подобных мероприятий формирует самые лучшие человеческие качества, развивает таланты и делает все возможное для процветания спорта в нашей стране. И сегодня хочется поздравить всех тех, кто участвовал в этой спартакиаде, кто внес значимый вклад и кто все-таки делает доброе дело для спорта. Спортсменам и наставникам в этот день были вручены благодарственные письма от главы района, Управления по делам молодежи, культуре и спорту, грамоты Совета депутатов. В каждом виде спорта были отмечены медалями и кубками команды за первые, вторые и третьи места. А в общем командном зачете спортсменам были вручены кубки и дипломы. Третье место заняла команда «Горки Ленинские», второе – совхоз имени Ленина. Ну а победителем 9-й спартакиады стала команда города «Видное». Екатерина Чернышова, Александр Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».